Число жертв ЧП на заводе хромовых соединений в Актобе увеличилось до 5. Сегодня в больнице скончался 32-летний рабочий. Он получил термические ожоги горячим паром при очистке бака от технологического раствора. Площадь ожогов 75% поверхности тела. Врачи пытались вывести пострадавшего из состояния шока, а затем планировали транспортировать его в республиканский ожоговый центр. Пациент поступил сразу в реанимационное отделение, где получал интенсивную терапию, перевязки. Но, к сожалению, сегодня ночью, где-то около 3 часов ночи, пациент погиб, несмотря на проводимое лечение. Единственным выжившим при ЧП на заводе хромовых соединений 28 мая остается 36-летний рабочий. Сегодня его перевели из реанимации в обычную палату. По делу о трагедии полицейские арестовали 3 человек. В первый же день задержали Турара Бесембина, родного брата одного из погибших, а спустя 3 дня начальников отдела цеха. Дело расследуют по статье «Нарушение правил охраны труда».